Мои лигеры до дуры на битах, это так же редклап, аномалия в ушах, вуданг. Это боль вечеринок, тусим ба-банк. Мои люди любят лупу, это валом бардак. Друзья, всем привет! У нас пятница, и у нас идет полный ход к Моникиному выпускному. Полный ход. Ну, что ты меня перебиваешь? Ты вообще не хочешь не снимать? Не снимай, просто на меня камеру держи. Вот. Моника уже на днях, она уже сделала себе красивые ноготочки. Ты себя снимаешь или меня? Да, нас. Настенька тоже на днях сделала себе красивые ноготочки. Покажи, вот. Я уже сегодня встал в 6 утра, в 7 часов я отвез Полинку в садик, она была первая. Потом я быстренько с тещей съездил на дачу, собрал клубнику. Домой приедем, если Миренка не поест, мы вам покажем ее. Сказал, не поест, как это, как жуки какие-то. Очень вкусная клубничка, я попробовал пару штучек. Целая миска, да. И сегодня я чувствую... Ты меня снимаешь или кого? И сегодня я чувствую, что сегодня будет полный такой бомбический день. Ну, что мы сегодня ничего не успеваем. Сейчас я везу эту красотку на стрижку. Потом мы идем за Моникиным платьем. Короче, сегодня еще куча дел. Просто кто не знает, или мы уже говорили, что кроме завтрашнего выпускного у Моники, у нас еще у Миленочки завтра день рождения. Ей завтра исполняется 12 лет, и мы решили два праздника отметить прямо в один день, да? И вот это надо как-то все совместить, как-то все надо это успеть. И вы будете наблюдать за этой подготовкой. Сегодня, кроме парикмахерской, магазин, платье, продукты, готовка, сегодня уборка, а время уже час дня. Я уже сегодня сходил в зал на тренировочку, после дачи сразу же, пока Максимка спал. Молодец, хорошо снимаешь. Я быстренько пошел на часик в зал. И сейчас мы едем уже в город. Блин, капец, я еще даже после зала ничего не поел, я уже хочу есть. Скоро я буду становиться злым, потому что мне надо что-то перекусить. Да, это страшно. У нас в час записи у Насти на стрижку, а уже сейчас без двух. И поэтому мы сейчас бежим и опаздываем. Настенька, ты уже в этом салоне была, да? Да. Ну и как тебе там? Ну если идем второй раз, значит нам понравилось. Я буду под мальчика стричься. Я тебя постригусь, я выгоню сразу же из дома. Попробуй. Сразу же. Я помню, куда идти, пошли. Да, вот, привет. Сейчас я тебе дам. А без денег никак? Нет. Нет, да. Их тебя уже ждут, там двери открыты. Уже кричат все, Настя, Настя, уходи. Я тебя поздравляю. Ты хочешь еще раз послушать меня? Из-за чего мы опоздали? А ты Паша. Вот, пришли мне в салон. Все, держи. То отправили ее на пострижку, а Монечка с Максом ждет меня здесь, на улице. Ну, Монь, ну и иди сюда. А вот знакомый самокат. Моника, а чей это самокат, ты не знаешь? А я знаю, чей это самокат. Это Владика самокат. У нас сейчас время, часик. И в этот час мы должны куда-то пойти, забрать Моник на платье. Да, Моник? Mm-hmm. Идем? Ну, подай голос. Сейчас мы идем за Моникиным платьем. Мы уже изначально думали, что мы не будем Монике покупать никакое платье, потому что это платье покупается, одевается 1-2 раза и все. И потом оно висит в шкафу, и потом с ним ничего никуда не сделать. И поэтому мы просто Монике берем платье. На прокат. На пару дней, да? Правильно? Правильно. И мы быстренько полазили в интернете, где у нас в Лепе можно взять платье на прокат. И нашли местечко такое прикольное. Вот в марте мы уже там были первый раз. Забронировали. Заплатили первый взнос. Вот. А платье мы взяли вот здесь. Вот Манасклейта Стелпус Саланс. Заходим. Так, ну что, вот мы взяли наше платье. Моника, мы сейчас это платье показывать не будем. Покажем завтра, да? Когда ты будешь вся полностью готова, да? Так что, друзья, такое платье стоит на пару дней. Чтобы взять платье на пару дней, допустим, вот сегодня пятница, мы его должны вернуть в понедельник. Цены от 20 до 50 евро, да? Кажется, там разные. До 35. Ну, наше платье обошлось 28 евро на прокат. Так что я думаю, что это намного дешевле и намного лучше, чем покупать платье за 150 евро, а потом не знаешь, что с ним делать.
У нас получается следующие выходные, уже праздник, Лига. Вот, и смотрите, какие здесь в магазине такая машинка. Этот лиговский букет, все. Венки лиговские. Ну, красиво сделали, прикольно. Ну что, часик прошел, сейчас мы идем забирать нашу маму. Пошли мы там, подождем. Внутри аккуратненько, заезжаем. Опа, заехали. Максимка, пойдем к маме? Пойдем, да, к маме? Я тебе кофе не купил, сейчас куплю. Ну как, тебе понравилось? Друзья, ну как вы думаете, хорошо или нехорошо? Покажись. Это мне ничего такого по тебе Максимка соскучился, бери его. Там просто убралась лишняя, ну, убрались лишние волосы. А ты вот посмотри на меня, вот ты не замечаешь, изменилось что, что-то? Сегодня, сейчас, да. Пока тебя не видела? Да. Ничего, да? Нет. Невнимательно. А, красота. Где ты купил, на базаре что ли? Ты что, прикалываешься? А где? Приехали помыть машинку, пока гоняем по магазинам, чтобы завтра ехать в школу на чистой точили. И я хотела вам показать, что к нам приехали, как обычно, карусели. Каждый год они приезжают сюда. Самые обыкновенные, ничего особенного. Но малышам нравится обычно. Думаю, надо взять Полинку в какой-то день и сюда приехать. Обычно ей тоже здесь очень нравится. Тут есть такие маленькие качельки, паровозик, такой для малышей, прыгалка, комната страха, Crazy Dance, все на месте. Короче, колесо обозрения на весь город и машинки. Можно купить сладкую вату, попкорн, оставить ребенка в комнате. И, в общем, неплохо провести время. Сейчас я немного паникую, у нас столько дел много. Нужно заехать еще за мороженым, за тортиком, за всеми продуктами, а еще приготовить все сегодня. Девчонки выбирают торт для Полинки. Ой, не для Полинки, а для Миленки. Я уже перепутал. Ну что, есть? Первый магазин сделано. Так, мы купили, вот мы хотели изначально купить круглый торт. Да, а купили квадратный. Все приходят, все много гостей, очень. Да и те в тортике нам не понравились, они такие были, да, невкусные, а вот этот легенький с клубничкой. И мы их соединим вместе, и получается такой длинный тортик. Серьезно? Да. На самом деле я не зря паникую, он мне говорит, что ты паникуешь, мы все успеем. А время... Да, в промо теперь. А время 4 часа. А нам еще в 2 магазина, и нам еще готовить. И то, что мы готовим, это делается не быстро. Да, хорошо. Друзья, мы уже дома. У нас уже 6 вечера. У нас на кухне идет разная гонка. Кто делает холодный суп, кто делает мясной салат на завтра для гостей. И ну, нам еще сегодня куча дел. Нам еще нужно сегодня сесть в центр, кое-что посмотреть. Так что, блин, я не знаю, как мы это все успеем. Девочки, конечно, мои уже все, ну, половиночку уже съели, подъели, а вот я с дачки привез вот такую полную горку, была своя клубничка, которую мы вырастили. Она такая вкусная, просто объедонос. И главное, что я уверен, что в ней нету ни капельки химии и этих нитратов. Представляете, какая красота? Так, сейчас мы едем. За... Я думаю, что этот влог выйдет после выпускного, мы можем говорить, куда мы едем. Нет, этот влог выйдет завтра. А, да? Тогда этот влог выйдет завтра. Едем. Почему? Моника не будет смотреть. Я завтра... Нет. Я влог открою в 11. Ну, она может. Она не посмотрит. 2:12. 11:30. Ну что? Нет, все, завтра. Короче так. Не успели мы приехать домой.
Моника приодела все, приодела весь наряд на выпускной. Блин, друзья, какая она красивая. Ну, мы просто платье эти забрали, туфли, это платье, это видела. Сережки. Просто она бомба, девчонка. А еще завтра будет макияж. А еще завтра макияж, прическа. Блин. Сейчас мы едем за фейерверком. Чего? Фейерверк. Фейерверк. Ну а как? Ну, свечка такая на тортик. Я хотел сказать, более шикарно. За фейерверком, короче, фейерверк. Для Полины. Блин, для Милены, потому что у Миленки завтра день рождения. И также мы сейчас должны забрать специальные, заказывали мы цветы для Моники, для выпуска, да? Ну давай шикарный, хотя бы показывать большой букет. Тогда не почему? Будем показывать. Она не увидит это. Я открою завтра, мы завтра будем поедем на выпуск, и я открою видео. Поверь мне, она не посмотрит. Танька, ты волнуешься? Насчет завтрашнего дня. Нет. Нет? Вообще не волнуешься? Не волнуешься? Я чуть-чуть волнуюсь, а ты нет, да? Нет, я просто волнуюсь, как гостей всех разместить, у нас стоя все там стоять будет. А, у нас, да, у нас не хватает стульев. Потому что завтра все после выпускного идем все к нам на часика два. А потом в 7 часов мы идем дальше гулять, праздновать. К 7, да. А в 6 приходят уже подружки и друзья к Миленке. Да. А бабушка остается за главную. Да. А мы с Максом валим тусить. Почему мы завтра идем тусить с Максом? Потому что... Мне что сказать? Потому что он правда ни с кем не сможет остаться, потому что его никто не сможет уложить спать. Ребенок будет просто в истерике орать без меня. И мне легче его там держать на руках, да, когда вот он уснет, где-то его в укромном месте покормить, чем нервничать и знать, что он там орет. Еще завтра Моника должна поздравить нас на концерте, да, на выпускном. Ну как, типа, выпускники поздравляют родителей. Есть такая фишка, да? Да, ты говоришь, Моника нас должна поздравить. И она, ну как, они там договорились, что они родителям покупают цветы. И Моника спросила у меня: пап, мам, какие цветы вы хотите? Я говорю: мой, не надо нам цветы в вазу. Давай ты нам купишь букет, который можно, не букет, а типа такие подвесные цветы большие. И просто нам подаришь его, и мы его отвезем на дачу, правильно? И мы сегодня такой шикарный букет купили, я вообще... Это можно было говорить? Я вообще... Может быть, это было бы прикольно, что это Моника как будто сама... Давай заново. Да я тебя умоляю, не надо ничего сама, а Моника что, свои деньги заработает она, нет? Короче, завтра все увидите. Половина дел уже сделали, девчонки там доваривают. Спасибо нашим девочкам, потому что они нам очень сильно помогают. Они и режут, и чистят. И они остались там чистить картошку на салат. Мы почему решили сделать холодный суп и салат? Во-первых, жара, ничего не хочется такого горячего. Во-вторых, у нас катастрофически вообще ни минуты не будет завтра свободного времени. Нужно было делать что-то такое, что уже готово. То есть мы завтра придем со школы, и у нас уже готово. Мы только салат заправим, получается. Такие мы хитрые. Так, все, куплено. Куплен шарик, сейчас покажу. Главное, чтобы он не улетел. Куплен шарик, куплены цветы. Моника у нас именно заказывала, какие цветы она хочет. Поэтому все строго по заказу. Так, мы еще сейчас едем покупать Миленкины любимые цветы ей на день рождения. Но здесь просто как бы не было. Она любит цветные хризантемы, а здесь только были желтые и белые. Она любит, знаете, такие голубые там разные, да? Да. Вот. Короче, друзья, у нас 10 вечера. Смотрите, кстати, мы сегодня чайник купили классный. Офигенный просто чайник. Тяжелый-тяжелый. То мы с ковшиком уже пользуемся пару недель. Не с ковшиком, а специально для кофейки. С кастрюлькой.
Тебе нормально рубашка, да? Применяю, внимание, да. Не стало. В общем, 10 вечера, и смотрите. Да не стало, отойди, показываю, что мы сделали всем семейством. Смотрите, салат оливье. Мы сделали его с курочкой в этот раз. Раз, два, три, четыре. И холодный суп. Полная кастрюля, даже крышка не закрывала, я поэтому досочкой накрыла. Фу, тортик, еще есть нарезочка, сыр, ветчина. В общем, мы это сделали. Марсик, аккуратно. В общем, мы сегодня выдохлись. И осталось помыть посуду. Я сейчас вам покажу эту гору, если вам еще не видно. И пока Максимка молчит, да, надо помыть еще посуду. Ну, сейчас мы помоем посуду и будем говорить о том. Осталось всего ничего, помыть посуду. У нас, кстати, светит так солнце классно. Получается, запад с другой стороны, но отражается в этих окошках. И вечером так на кухню светит. В общем, наверное, по нам видно, какие мы уставшие. Сюда иди, свет лучше. Как мы выдохлись, но завтра у нас такой день. Ты говорил, что Рига приезжает? Да, нет, да. Рига приезжает, братья приезжают. Вот. Короче, все приезжают к Монечке на выпуск. Надо было это на камеру сказать. Ну не дыши. Ну потому что он шубу сегодня купил себе, и я как это воняет. Друзья, я бывает иной раз себе покупаю шубу. А я ненавижу. Покупаю шубу, салатик, шуба, и кушаю. А потом она со мной месяц не целуется, потому что от нее воняет. Я всю пасту тюбик израсходовал, и все равно воняет. Я не люблю этот запах рыбы с луком. Мы пошли мыть посуду, укладывать Максимку спать. Обязательно смотрите следующий влог. Посмотрите, как мы отпразднуем выпускной. Все, мы спать. Пока. И от Максимки тоже, давай. Пока. Скажи. Я по тебе соскучилась, Максимка, сегодня. Не вижу целый день моего мальчика. Мой посуду иди, мы пошли.